Walking,
что окончился показ Саи. Сая, скажите, пожалуйста, какие у вас впечатления после показа? Ну, как обычно, после показа волнительный и глубокий выдох. Ну вот коллекция, я видел, яркая. Ну вот, а на чем, как вы вдохновлялись при создании? А при создании коллекции было две основные темы. Это Рой Лихтенштейн, это художник поп-арта, это современник Энди Уорхола. И Антонио Лопес, это иллюстратор в 70-х годах, который рисовал для журнала Vogue. У него были очень такие олицетворения фигур, такой живой эмоции. Вот. Ну и основная тема — это 60-е, конец 60-х, начало 70-х. А можете назвать особенности вашего бренда? Особенности нашего бренда, что наша одежда, во-первых, с эмоцией, ну, во-первых, и когда мы ее создаем, и как бы человек, когда девушка, да, или мужчина уже, так как это была первая мужская коллекция, одевает наши вещи, его эмоциональное состояние должно становиться лучше, как бы, да, и приобретать какое-то хорошее настроение. Вот. Плюс у нас женственная одежда со скрытой сексуальностью и как бы всегда лаконичный крой. Я представляю наших барышек таких вот шагающих по мегаполисам, абсолютно самоуверенных, знающих свои цели и не изменяющих своих принципов. Ну вот, на мероприятии первый раз, и мне бы хотелось услышать, что вы думаете о нашем мероприятии. Какие эмоции оставила наше мероприятие? Я на самом деле даже подумала о том, что я жалею, что не попала на прошлое. Вот, просто так случились обстоятельства. Мне очень нравится организация, она действительно сделана на уровне. Вот, очень хороший подход к тем, кто приезжает. Понятное дело, что это всего лишь второй сезон, да, но как бы я считаю, что есть еще большие перспективы, к чему стремиться, просто притягивать больше дизайнеров, больше там партнеров, инвесторов, чтобы это масштабно росло, и было не только в Киеве, да, там основная, но чтобы как бы вся Украина знала своих героев. Ну, это тоже правильно, и я бы хотел попросить вас